опять гадаю, я тебя всегда ревную. И зачем, и сам не знаю, я искал тебя такую. Ты одна бываешь разной, головы идет кружение, притягательно прекрасной, среди нящим отторжением. Делить тебя ни с кем я не хочу, другого счастья мне не надо. Только с тобой, как птица, я лечу. Ты просто будь со мною рядом. Я ищу в тебе разгадку, ту, что ты надежно скрыла. Манишь ты улыбкой сладкой, за тобой шагнуть с обрыва. Расскажи, что будет с нами, если крылья не сломаем. Может быть, над облаками мы с тобою полетаем. Делить тебя ни с кем я не хочу, другого счастья мне не надо. Только с тобой, как птица, я лечу. Ты просто будь со мною рядом. Отчего опять гадаю, я тебя всегда ревную. И зачем, и сам не знаю, я искал тебя такую. Не дари объятий сладких, мне ненужного покоя. Дай мне разгадать загадку, что придумано тобою. Делить тебя ни с кем я не хочу, другого счастья мне не надо. Только с тобой, как птица, я лечу. Ты просто будь со мною рядом. Делить тебя ни с кем я не хочу, другого счастья мне не надо. Только с тобой, как птица, я лечу. Ты просто будь со мною рядом. Спасибо!
Спасибо. Ну, а следующего участника зовут Дмитрий Молчанов. Он автор проекта R&B по-русски. Самое главное, что он ваш земляк. Он из города Симферополь. О, я там тоже уже была. Встречайте, Дмитрий Молчанов! Сломались, знаю, не придешь. На твоих ресницах слезы тают. Это теплый дождь. Разрывая сердце в лунном свете, тонут города. Разлучила нас судьба. Спасибо большое. Как говорят, в шоу-бизнесе мужчина не плачет, тушь течет. Ну, мы поем шансон. Поэтому следующая песня будет зажигательная. Хоп-хоп! Много веселой музыки! Украина, Москва! Ему строить самых хури брови.
танцевали до утра, гопака с калинкой, так нашли общий.
Когда-то она работала медсестрой в городской больнице Борисоглебска. Однако со временем поняла, что ее признание – сцена. Призвание – тоже сцена. Тоже, да. Пришлось совместить приятное с полезным. Теперь она лечит со сцены, проводя сеансы групповой терапии. Только в руках у нее не шприц, а микрофон. Лично я признаю в медицине лишь искусственное дыхание рот в рот. Лечит замечательными песнями. Лауреат премии фестиваля авторской песни «Здравствуйте, люди». Участник фестиваля «Эх, разгуляй». Участник фестиваля «Славянский базар» Любовь Шепилова. Еще одна веселая песня, зажигательная, называется она «Так гуляй, душа! Праздник выдох!»
Все началось в конце далеких 70-х годов. Услышал как-то хлопчик очень красивую мелодичную песню из ящичка. И сыграл ящик? Что вы, Вальдемар, влюбился в красивое музыкальное произведение с таинственным названием «Восточная песня». Так, что пел с утра до вечера с незабываемым Валерием Ободзинским. Стоя на табурете и потешая маму, хлопчик мечтал, что когда вырастет, будет таким же, как он. Как табурет? Как Валерий Ободзинский, Вальдемар. Потом Москва, студия, ночь, 6 на 7 и рождение проекта с соответствующим названием. Понял. Можно я объявлю? Можно. На сцене группа «Рождество»!
Раньше его песни пели другие исполнители. Маша Распутина и Ярослав Евдокимов, Лариса Долина и Лев Лещенко, Лада Дэнс и Иосиф Кобзон. С годами он стал менее доверчив и теперь поет сам. И ничего, соседи не жалуются. Правда, пару раз приезжала полиция с автографом. Игорь Матета! Встречайте! За годом, день за днем, как обычно мы живем, и в привычной суете по течению плывем. Кто устал, а кто ленив, кто единым хлебом жив, но раздастся под окном незатейливый мотив. Играй, музыкант, и я буду верить в то, что лучшие дни к нам придут. Играй, музыкант, настежь двери, где в печали и в радости ждут. И не публики каприз, что не слышно криков бис. Тесный двор без суфлеров и кулис, песни судьбы города. Музыкант в пути всегда, часто пуст его карман, только это не беда. Играй, музыкант, и я буду верить в то, что лучшие дни к нам придут. Играй, музыкант, настежь двери, где в печали и в радости ждут. Спасибо. И песня, новая песня для любимых с эротическим названием «Ветвями целуемся, корнями сплетаемся». Девушки, для вас.